Десятка обычно точно зергается, а вот 10 гер там посложнее, там, ну, посильнее хилы нужны, фуловые танки там. ТД мощный. Так у Виталий штанга сделал, пусть он танчит. Лучше психлизи. Петрик нужен будет. А, да. Все тут пошли дрожнить. Хизер танка тоже сейчас на крыше. Ну, на боссу. Слава, а чё, я попал в телевизор на экран или нет? Вообще огонь. Скоро известно будет узнавать на улицах пришли. Пошли трэш бьем очень быстренько. Нужно подойти поближе. Сейчас. Я пока не могу смотреть эту способность. Сейчас. Вытаскивай Хризи сразу. Я пока не могу использовать это. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Моя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Способность. Еще этого петуха. Почему всегда его отводят? Хилит он у всех? Да. На бомбах вешает. Надо подождать. Может, обычки не вешают? Да? Пока не могу использовать. Дальше. Thank you.
использовать эту способность. И сейчас. Давай в одного танка, короче, Элтара убьем. Давай Хризи Фурика. Я чаржусь в копии, нормально будет. Там тем более ханты притворятся, варов не убьет, нормально будет. А ты убил Фурики, что ли? Че, давайте, поехали. Фурики, крикните на АП. Да, не ловит, мне тяжело фили. Ну тогда лапа резай меня. Болтар не оставляет живых. Не падайте. В мире хватает героев и без тебя. В мире хватает героев и без тебя. Дожди, Анна, стойки. Зубы не давал? Зубы не давал. Ну я зубы держу, будет еще копия. Еще одна копия так. Чего вы все делаете? Да, блядь, пиздец. Я пока не могу использовать эту способность. Не, я бы мог зубы дать, но на копиях тогда бы что бы мы делали. Я не захилил, я это же. Я сейчас жрец подоспекнется, а ты в ШП падать. Ну покажи, как это, что за маунт такой. Это вот эта и голова есть? В мире хватает героев и без тебя. Мимирон. Давай Вершама, ты все как. А где у нас второй хант? Он писал, он на ПК 10 минут. Может быть то, что я не смогу захилить, потому что я, короче, только что заметил, забыл в этих ЧП-шных смартфонах. Какое может быть? Ну все, все, все пройдешь. Да и Халиона также надо будет Рошан, чтобы посетить не хилит. Ладно. Все, начинаем. По хантам. Каски там раздай, пока я запускаю босса. Цирк приехал. Босс-то останется. Сейчас.
Какое сильнее страдание? Бежать к танку надо, чтобы я смог сразу снарядить. Сейчас. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли... На ретрике действительно мало дамажит. Как бы ты жопу не рвал, блин. Все равно. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Мои братья гибли один за другим. Отойдите от мишки, отойдите от мишки. Отойдите от мишки. А если я бабу прожму, все равно надо выбегать или уже можно не выбегать. Была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритие. Не знаю, короче. Но, боюсь, тут замешан. Вот метки кидает она. Убегать. Если бабу брать. Я ощутила присутствие их настоящего. Надо не бабу лажать, когда не надо. Личного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Бабу это экстренная такая кнопка, которая нажимается в случае, когда там. Это я знаю. Лапа, которая вот эта вот черный лимон, а вот здесь слева, откуда мы зашли, будет моб выходить, вытащи умиротворение, да, или спячка, или как это, спячка, по-моему, вытащи на панель. Алекстраза выбрала достойных союзников. Алекстраза выбрала достойных. Здесь я заберу моба сразу. Жаль, что придется прикончить вас. Да, случайно. Хотел трак поставить. Кинул стрелы. А. Пор не дай просто. Ну, чё ты дала там? Умиротворение, надо спячку давать. Ладно. Если вы ее не будете дотать, я могу. Пошли на ту сторону. Короче, впереди танк. Я не знаю, кто тебя там хилить будет. Название Мышкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Давай подумаем. Спекайся в игру, Гекада. Останешься с протоваром во тьме.
значит, этот, все будем заходить, все в десятером, на вторую фазу, когда будет переход, этот самый Хризи подойдешь, меня босса заберешь и будешь дальше крутить. Это зерк называется. Значит, когда выйдем в свет, будет 10%, когда я нажму такую кнопочку. Я тут есть. Вот, вы такое увидите. Это будет означать, что через 15 секунд будет 100% материальности в свету. Когда уходим на 100% материальности, урон, который он получает, увеличивается в 5 раз. То есть вы будете вместо 10 тысяч критовать по 50 тысяч, и убьется очень быстро. Гера будет даваться в свету, когда выйдем сразу. И еще ханты. Слышите меня? Слышишь? Да, чувак. Оставь шамана в цене, там типа танк будет получать дофига урона, а ты в свету потом вообще не будешь получать ничего. С чего ты взял? Тут зергается все за 20-30 секунд. Ну да, но... Подожди, слушай, тихо, слушай внимательно. Будет, да не зерган, не зерган, не раз. Заебали, шаман в свет уходит и дает геру. Да, материально. Заливается это все за 15 секунд. Да, дайте я объясню, блядь. Значит, материальность в свету будет 100. Там урон по мне будет, шаман захилит, я прожмусь. Значит, следующее во тьме. Когда материальность 0, халион бьет там по 8 тысяч, блядь. Про товар с глухую оборону и крик оставляешь, когда, если вдруг мы долго бить будем, там, на, ну, 20%, допустим, станет у него, прожмешь там эту всю хуйню, блок там, ничего не прожмешь, вот. Все, короче, поняли, во тьме остаются только лапа, вот этот друид, и Хризи про товар, все остальные выходят в свет, ханты, ваша задача, как вы только вышли, сразу всю хуйню на пул, на меня отдаете, на медведя, вот. И вары следующие, англиф 100 грамм, вы можете сорвать игру и сдохнуть, блять. Поэтому подождите секунд 5, наверное, когда я прожму берсерк и начну по боссу вливать. Ну, вы увидите там вот такое вот увечье, вот это тыкается, типа, по боссу. И начнете тогда зергать, короче. Никакие прожимы не отдавайте. Вот. Ну, только с пула можно, а потом откатиться. Потом во тьме не отдавайте, все чекнут. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ебать, навис нахуй. Отпустил. Запомните, в тему сейчас все заходят. Второго метеора скорее не будет. Мы будем находиться 75 секунд. Ну, около минуты. После того, как третья фаза начнется. Через 3 секунды заходите. Вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Использовать эту способность. Никто не выходит, все тут стоят. Когда скажу, пойдешь, заберешь пост. Сейчас пока пару процентов пройдет. Главное, урез хила на боссе держим. Я могу использовать эту способность. Сейчас.
хуйня. Давайте, значит, Физи, готовься. После лезвия подойдешь, у меня встанешь и заберешь. Готовься. Иди, Физи, у меня. Иди быстрее. Все. Значит, рейд, будете заходить со звездочкой. Вот, через... на 7 секундах выходит. Блять, поздно выйдем, ладно. Пошли вперед за звездой, рейд. Все за звездой, прокручивай босса дальше. Сотка в свету. Сотка в свету. Готовься мне хилить. Выходим. Сколько еще таких героев? Сколько, ну, давайте упадем ближе, раз два спустя дальше. Еще таких героев. Сколько еще? Упади, Кризи. Выйди в свет с друидом. В лужу вышли просто. Выйди, выйди в свет. Все, полетел. Короче, выйдем, лужи не будет. Типа нам повезет и убьем. Не знаю, кстати, сколько он по мне ударил, не заметил. Ты заметил, нет? Посмотри, комбат лук. Там последняя красная хрень. 14. Ну уже прям сильно дамажит. 14 тысяч он бьет. Но это я с прожимом был с любого и поступил до 32%. Дайте маму твою придумать. Все то же самое, но теперь подольше, типа. Побыстрее прокрутишь, чтобы мы раньше вышли. Смеемся пораньше. Когда скажу прокручивать боссов, прокрутишь его больше, чтобы мы портал вышли. Кстати, можно? Ладно, нормально. Так, чё попал фон? Мамонт. Да нет. Только что был вот мамонт. Чинитесь. У меня самые выгодные цены. Спасибо. Сейчас я тут. Хант. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Сейчас. Небеса в огне. Сейчас. Когда будете, выйдите с лужи. Когда будете в свет выходить, смотрите аккуратно, вы можете быть под лужей. Поэтому отпрыгивать готовьтесь. Подходите к центру босса. Сейчас огонь будет исчезать из центра. Заходите сразу. Огонь исчезает, заходите. Вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Использовать эту способность. Сейчас. Использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Остерегайтесь тени. Сейчас. Надо подождать. Сейчас. Я есть свет, и я есть тьма. После лезвия сейчас будет, потом заберу. Перед посланником смертокрыла. Сейчас. Надо подождать. Сейчас. Остерегайтесь теней.
Испал. Задний выходите, портал будет. Сейчас прокрутишь босса наоборот на нас. Выходим или что? Нет, я скажу когда. Вот макрос, приготовились. Вот здесь звезды встали. Это будет 5 секунд на макросе. Сейчас я буду. Все, выходим. И на 7. Испыл, испыл. Гер. Куда-то. Куда-то. Давай, давай можно просто обычных космос будем. Давай до 20%. Так охуенно. Не, на 20 рано. Там 90 будет, надо сказать. Блин. Ничего тут тебе прилетело. Что там? Этот сам взрыв ПД как хилится нормально? А, блять, его уже нахуй убило. Ебать. Взрыв ПД это тебя добил? Слышишь? Я понял, короче, там такая хуйня. У него дыхание по таймеру, там когда типа один тоже. Этот дыхание. Короче, слышишь, жрец ПД, выйдешь. Блять, ну прям. Ладно, давайте еще раз. Тут убило этого. Жрец ПД, там бы убили сейчас. Виталий Кун, когда зайдем. Не, 70 это хуйня. Когда зайдем, секунд через 10. Ну когда ты видишь, дашь каплю, наверное. А, крылья, короче, не прожимай. На себя дашь БЗ. То есть на меня капля, на себя БЗ. Там отваров намного хватит. Понял, да? Кэш. Ну надо тогда мастера ауру еще это бахнуть. Ну то есть так прожать на огне. Зачем? Блин, хоть как-то. Не надо. Пара каску лучше. То есть на да. Виталий лучше каску. Сейчас. Короче, под 3-2-1 типа под атаку проходить. И там дыхание должно пройти. На хп подключите. Так, погодите, Войт, еще раз повтори мне, на скольки секунд тебе каплю давать-то? Когда выйдем в свет? Секунд 10 сразу считаешь, и дашь на себя БЗ, на меня каплю. Секунд 10 считайте от... А, ну понятно. Вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения! Небеса в огне! Через огонь, как это заходит? В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Сейчас.
В смысле? Во сколько где? Сейчас? Третий пасть. Инзайн заметил. Обычная атака у меня 10 тысяч стрелой бичевской. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Остерегайтесь теней. Я пока не могу использовать эту способность. Но сейчас. Но сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Иди забирай физику. Не прокручивай босса. Наоборот, на нас его подходит, чтобы мы не хватал, когда мы ходим, нас в основном заставим. Так. Значит, подходим к звезде, Хризи приведет босса на нас немножко, чтобы сначала был босс, потом босс. Звезде собираемся, на слове атака выходим, вносить только не в портал. Вставал. А, ну ладно. Еще давайте еще раз. Ты вышел в лужу, да? Конечно. Вышел сразу в лужу. Кто? Виталик. Ты какой Виталик? Да мы же просто убьем слов. Да ну нахуй, надо зеркать. Время тут теряем. Ты не ищешь легкие пути, да? Блин, а это элементальная атака. Бог не кинуть. И вот надо же, мы уже какой раз уже попадаем под эти лужи-то. Только выходишь и сразу лужи это. Там, короче, ты вот как умираешь, короче. Ну, там не сразу убивает, там раз, сколько раз в полсекунды убьет, по 10 тысяч, старайтесь и прыгает. Типа, нажал портал, сразу не лезь куда-нибудь. Вот как мы сейчас выходили, кстати, он дыхнул уже. Нормально, дыхание точно не убьет. Ну, чтоб шаман не сдох, ёбаный лучик нет. Я его рукастерского оставляю, огонь не надо. Чё, тычку успел дать? А, ну, сколько там? Три. Ну, я ленканул, смотри. Стой, подожди. Чем готов? Да я ем, блин. Ну еще раз чекни. Сейчас варка есть еще. 3, 2, 1. Готов. Надо подождать. Сейчас все. Я пока не могу использовать. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения! И сейчас.
там ты клипом будешь. Сейчас. Надо подождать. Использовать его способности. Надо подождать. Не могу использовать его способности. Если посмеете. Ты чё? Гоняет пацана. Не, я так рука не зажила. Давай сразу начну лезвие вот так, отойдите немножко. И ты его потом не будешь крутить никуда. Запомнил меня, блин. Любимчики босса. У него в фокусе, короче. Каст по фокусу, блин. Чего? Скажи еще проще, у него макрос, да? Вот вот я и говорю. Один глаз на меня смотрит. А другой на там. Суебал. Иди меня. Можно его отодать? Метка, может, бабл дашь? Просто тупо. Чтоб не ставить. Метки? Так сколько ты уже вынес? 4 или 5? Нельзя бабл давать, потому что сразу диспой. Диспой, диспой. Так, готовимся. Готовимся. Пока еще маг разберем. Кто-то не кинет. На атаке буду выходить рано. Жрец пд не сдохнет, блядь. Щиток на тебя кинет. Спасет от всех, не дуг. Блин, сюда там метку зачем? Да там лезвие как бы. А, ну да. Ебать, я прошу. Я вообще вот я. Геру, быстрее. Виталику. Они, я сдох. Ладно, бьем. Сука! Бейте, фу, да. Давай хиль меня, как негодяй. Хиль. Перебегай. Все, сейчас давай. Физик прожимался. Я пока не могу использовать. Никуда оборону. Короче, не так. Да не диспрей, не выходи, не выходи. Бей, бей, бей. Так, ну короче, посмотрим. Да ебук. Вернется мой господин. Лезвие, что ли? Да, наверное. 100 грамм. 100 грамм тоже лезвие. Ну, блять, дурачки просто нахуй слепые. Все, если вот эти два тела бы не упали, мы бы его убили еще процентах на 70. А так мы до 50 его убили. Все. 10 гер также зергается, только там БДК получше хил будет и нарушал. А по тьме я не знаю. Не зергал, короче. 10 ну что, мы поднимем или нет?